Здравствуйте, эфир 7-го продолжает марафон «Местные 2020», подсчет голосов, и в ближайшее время с вами буду я, Елена Ротари. Гость этого часа Анна Ответская, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии университета имени Мечникова. Здравствуй, добрый Аня. Добрый день. И мы продолжаем среди наших телезрителей проводить опросы. Вопрос, который мы сегодня задаем всем: довольны ли вы предварительными результатами выборов? Звонить и задавать свои вопросы можно по телефону 726-33-26. Мы готовы услышать каждого. Также можно писать и на студийный номер Viber. Как мы уже говорили, одесская кампания 2020, в принципе, скажем так, была известна тем, что очень много социологических опросов были те, которые непосредственно манипулировали сознанием. Заказчиками мы знаем, что были и многие политики, и политические партии. И насколько такие методы вообще нивелируют социологическую науку? На самом деле, с учетом того, что было очень много, последние годы, в принципе, очень много затруднившихся ответить, фиксируется на любых социологических исследованиях, то, скажем так, очень сложно сказать, что кто-то более недоброчестный из социологов, чем кто-то другой, поскольку на 20% не ответов или затруднившихся, то есть это люди, которые на самом деле, у них есть какое-то мнение, просто они не хотят делиться социологами. И как эти 20% распределяются, то есть я могу, в принципе, можно вот именно этими 20% и там 20-25% этих можно манипулировать. Поэтому, соответственно, в зависимости от того, что... То есть, и это не всегда виноваты даже социологи, потому что, скажем так, не сами социологи обычно публикуют данные. То есть, как правило, это заказчики или СМИ, которые так или иначе, они с кем-то и так или иначе... Каждый публикует те рейтинги, которые он хочет публиковать, или те, за которые ему заплатили. Поэтому, частично рейтинги играют роль. Но, откровенно говоря, уже настолько все разуверились в социологии, что, по-моему, те, кто считают, что рейтинги на что-то играют, единственное, что они могут сыграть, это уменьшить, скажем так, явку электората того, кто на первом месте. То есть с моей точки зрения, то, что произошло, это скорее сыграло против Труханова, в сторону других кандидатов, но... Принципиально ничего, никакой, скажем так, картина не поменялась. Вот. И, к сожалению, социологические опросы — это ответы тех, кто согласился ответить, а результаты выборов — это ответы тех, кто согласился прийти. Вчера мы на протяжении всего эфира поднимали как раз тему, в том числе и нечестных социологов, и пытались даже в нашей студии говорить неправдивые данные. Мы, журналисты, последние несколько лет очень сильно боремся с фейками, но даже мы не могли предположить о том, что там фейки могут распространяться и в нашей студии в том числе, и мы не можем отслеживать, к примеру, специалистов, которые работают на тот или иной штаб, и которые говорят, так была ситуация, когда в эфире нашего канала говорили о том, что выборы пройдут в один тур, но мы советовались с тобой, непосредственно с твоей коллегой, и мы обсуждали эту тему, и вы сразу тогда говорили о том, что выборы пройдут в два тура. Как ты считаешь, если, к примеру, для того, чтобы не было вот таких неправдивых данных, которые бы могли манипулировать сознанием людей, нужно ли как-то на законодательном уровне закрепить о том, что если распространение неправдивых данных, которые влияют так или иначе на выбор человека, будет по закону там преследоваться уголовным наказанием? Решит ли это проблему? Я думаю, что не решит это проблему, потому что у нас, в принципе, на законодательном уровне у нас закреплено то, как мы обязаны публиковать результаты исследований. И вопрос тут в том, скажем тогда, кого наказывать? Мы сейчас вернемся с тобой к этому вопросу. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Я хочу задать этим девочкам вопрос. Задавайте. Я голосовала на Комсомольской в школе. И
Я стояла там в очереди, где было по одному человечку. Ушел, а тот, что регулировал там, молчал. И та, а та сидела без дела, что должна отпускать. Вот. А люди приходили, это выходной, у каждого своя работа дома. И дети есть. Они, бедные, приходили и уходили. И я считаю, что 50% людей не проголосовало из-за того, что бардак робився на виборчій этом участке. Теперь отправляют эти мешки назад, бо там не так зроблено, и заменят теми мешками, что там готові, привезут, и все, и соросята пройдут усі, а ці остальные останутся сзади. Вот такой у меня вопрос. Спасибо вам большое. Мы немножко позже ответим на ваш вопрос и по организации выборов, и в том числе о явке избирателей. У нас как раз это запланировано. Мы пока вернемся к тому, как на законодательном уровне, вот как должна быть происходить публикация социологических опросов. Ну, на законодательном уровне, в принципе, закреплено, что результаты вот именно в предвыборный период должны публиковаться, нужно четко прописывать, где, когда, кем, по какой методике, сколько человек было опрошено, ошибка выборки. К сожалению, мне сложно сказать, на каком этапе вот этими данными начинают манипулировать. То есть кто, скажем так, конечный, кого наказать. Журналисты, которые не всегда, они не профессионалы в социологии. То есть они получают какие-то данные. И если они их видят, они не могут их оценить. Заказчик может сманипулировать, да, на моменте между передачей, между социологом и журналистами, есть заказчик, который может сманипулировать этими данными. Плюс, опять же, есть еще такой момент. Все именно электоральные опросы, они все очень ситуативные. То есть если, то есть я готова поверить, в принципе, любым двум результатам, то есть если я знаю, что эти люди, в принципе, честно проводят опросы, я готова, если мне предоставят два отличающихся сильно, скажем так, рейтинга, я готова буду поверить, что и тот правдивы, просто даже может сыграть роль то, что один проходил там, допустим, в эти дни, а другой проводился там через пару дней по чуть-чуть другой анкете, в чуть-чуть других местах, и все, это очень сильно влияет. Поэтому наш коллега буквально накануне, тоже во время эфира, Александр Полуев сказал о том, что социологические исследования, в принципе, нужны для кандидатов, да, но не для людей, для того, чтобы там влиять, а для непосредственно самих кандидатов, которые должны понимать, в каком поле или русле им действовать. Вот я считаю, что действительно, как с моей точки зрения, нет смысла. Для людей это ни о чем не говорит. То есть для людей это скорее повод не прийти, опять же, с учетом Одессы, это скорее повод не прийти на выборы, чем прийти. Потому что если они видят рейтинг, то скорее люди у нас, как правило, особенно в той ситуации, которая у нас была сейчас, потому что с учетом того, что у нас была оранжевая зона и тех требований, которые поставили перед избирательными комиссиями, то, ну, реально я понимаю, что очень многие сказали, зачем мне это надо, маска, санитайзер, стоять в очереди, там очередь, могут быть какие-то провокации. Ну, люди реально сказали, да, ну и в баню их, и не пойду. Поэтому понятно, что часть не пришли. И я считаю, что в принципе это действительно нужно больше для кандидатов, для того, чтобы оценивать правильная и неправильная тактика, стратегия предвыборной кампании. И только для этого. То есть в принципе, как с моей точки зрения, это должна быть относительно закрытая информация. Как вообще социологи оценивают предвыборную кампанию, которая проходила вот на протяжении двух месяцев в Одессе? Ну, как сказать, когда я слушала ролики кандидатов и партий, то большинство этих роликов, то есть очень сложно было понять, где заканчивается ролик одного кандидата или партии, где начинается другой. То есть если не брать, допустим, крайние какие-то партии, допустим, да, то есть какие-то уж совсем левые или совсем правые, то
а большинство партий у нас, собственно говоря, они плюс-минус центристские, то понять, кто у нас, кто какой кандидат, кто от какой партии, было очень сложно. Особенно если оно у тебя идет как фон, то... Да, то есть только что был лозунг одной партии, а я слышу, что там голосуйте за другую. И ну, иногда это действительно было очень сложно. И я понимаю, что с учетом того, что у всех была риторика, скажем так, плюс-минус политтехнологи были из одних и тех же учебных заведений, и то большинство, скажем так, предвыборных программ строились, агитации и технологии. Все были по принципу «мы за все хорошее, против всего плохого». 12%, кстати, населения, не Одесса, это как раз социология по всей Украине, не пришли из-за того, что не знали, за кого голосовать. Неужели было... Я скажу больше. В тот момент, как выходишь в поле, то есть у нас наши интервьюеры, они зачастую выполняли роль такую просветительскую, то есть они людям объясняли, что 25 октября состоятся местные выборы, что они пройдут в городской, в областной, в районный совет. И вот в момент, когда людям говорили районный совет, то есть люди вообще зависали. То есть это реально не было не проведено никакой разъяснительные кампании с населением, потому что люди просто не знали, кого они выбирают. То есть было понятно, что да, выбираем мэров, а еще кого вообще непонятно. То есть, ну, мне как профессионалу, мне плюс-минус, да, ну, то есть мне понятно, что такое горсовет, мне понятно, что такое облсовет, и плюс-минус мне понятно, что такое может быть этот районный совет. Но большинство людей, они этого не понимают, они не работают с этим. И им очень сложно именно этот момент понять. Они не понимают, что, зачем. То есть они понимают, что только им будет выдана куча бюллетеней, они кучу времени потратят на избирательном участке. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте. Недолго я буду держать. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло. Алло, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Мнение, вот я скажу, всего нашего дома. Мы пошли голосовать, многие сразу сказали, что это ерунда. Кого надо, все равно выберут. И сколько я не спрашивала людей, кто за кого голосует, вот эти, что в первых рядах, за них никто не голосовал. То есть это обман от и до. Спасибо большое. Это то, о чем мы говорили с вами накануне эфира. Да? Я вам приводила пример о том, что я ехала с водителем, на что водитель сказал, зачем голосовать, если наверху и так все решают. Наверху кто? Вот не знаю, лампа. Кто наверху там, кто там наверху решает. Но, к сожалению или к счастью, не знаю, это, я считаю, что это факт. То есть я просто это приняла, как, скажем так, да, как социолог, так или иначе я должна работать с этим, поэтому я решила, что я буду к этому относиться нейтрально. У нас, как правило, голосуют, и я не помню просто, с кем я из журналистов это обсуждала, голосуют женщины в возрасте 35+, и пенсионеры. То есть вот, соответственно, те, кто пришли на избирательные участки, так они и проголосовали. Это их право. Проблема в том, что не пришли другие избиратели, и мы получили вот ту картину, которую мы имеем. У нас наша проблема, конкретно Одесса, мне сложно говорить о других городах, проблема Одессы в том, что у нас сначала люди не идут на избирательные участки, а потом они ругают ту власть, которая у них есть. И я уже, честно говоря, устала говорить о том, что, ребята, я имею право говорить, что мне не нравится та власть, которая есть, только тогда, когда я пришла на избирательный участок. Если я не пришла, если я решила остаться дома в режиме, да, все уже там решено за меня, то какое право я имею осуждать выбор тех, кто пришел? Да, если мы говорим о том, что у нас демократия, это право каждого отдать свой голос за кого-то, то и я не отдала свой голос, да, значит, я считаю, что, ну, мой голос не важен, значит, я свой голос делегировала кому-то. Ну, если категория жителей, которые голосуют, это 35+, то почему у нас не голосует молодежь? Ведь все-таки им жить в этом городе... Мне сложно сказать, почему не голосует молодежь. Я думаю, что потому что одна из причин, потому что с молодежью не работают практически ни одна из партий. То есть так как это нужно работать, то есть если мы не будем говорить, да, о том, допустим, да, тех фотографиях, которые там Саша Славский, например, вчера публиковал в Фейсбуке, не хочу это даже комментировать. Да, это да? Студенты одного из вузов, да, которые стояли по 8 часов, да, в очереди. То есть, да, если мы не берем такие вещи, когда
опять же, не хочу обсуждать эту ситуацию, то есть если мы не берем вот такие ситуации, то ни одна из партий не работала с молодежью так, как она должна была бы работать. Ну, то есть какие-то молодежные движения, потому что, ну, в принципе, когда я была студенткой, были разные молодежные движения. Так или иначе, партии работали с молодежью, и была активная молодежь. То есть у нас в свое время был даже, это было очень смешно, это был, я себя называла, я социологический центр. И, ну, то есть реально были молодые люди, были подростки, и всем было интересно. Я понимаю, что, наверное, партия, может быть, это неинтересно, может быть, они просто привыкли, действительно, не знаю, политтехнологи, может быть, привыкли вот в том русле, в котором они двигались, так и работать, да, то есть вот рассчитывать на то электоральное поле, которое приходит голосовать. А оно, как правило, уже имеет свои предпочтения. То есть очень сложно сдвинуть человека, у которого есть какие-то предпочтения, с его поля. Да, то есть если я уже и так определилась с кем-то, и у меня есть мои политические взгляды, очень сложно их поменять. То есть реально можно работать только с молодежью, и об этом у нас все забывают. У нас есть телефонный звоночек. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Говорите, мы вас слушаем. А, здравствуйте, девочки. Да. Ой, девочки, да, вы для меня девочки. Хочу поделиться с вами своим наболевшим. Мне 80 лет. Я так ждала перемены. Я так ждала, что у нас же были такие кандидатуры. Нормальные под мэра. Или наши одесситы не соображают ничего. Или, ну не понимаю. Ждут, чтобы наш город вообще развалился. Ждут что? Я не знаю. Такие люди были именно порядочные, честные. Вот. А вы выбрали опять Уханова. Да не выбрали. Он денежки всем порассовывал. Мы же это знаем, это ж хитрый. Я тоже, меня когда-то подкормили этими деньгами в хорошее время. Подсовывали. Я говорю, мне не надо, у меня стоили. Но дело не в этом. Дело в том, что он ходит и улыбается, вот сидит там, вот показывает, сколько в Турханово, сколько в того. Он сидит, улыбается. Посмотрите, хоть один человек улыбается, как он думает. Вот и хорошо. Он смеется над нами, дураками. Смеется, ноги обтирает. Спасибо большое. Мы разделяем также ваши предпочтения. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Да, добрый день. Да, задавайте ваш вопрос. А у меня, собственно, два вопроса. Первый вопрос – это насколько избиратель понимает, что он делает, как он выбирает, какую ответственность. Он потом несет, собственно, все 7-5 годами жизни своей и всех окружающих за тот выбор, который сделан. А второй вопрос у меня вот состоит в чем. Интересно было бы знать, вот эти 30 чем-то процентов голосов, которые, так сказать, выпали мэру, в каких районах города большее количество голосов за него, чтобы понимать, какая часть города, чем руководствовалась, неужели центр, уничтоженный и разваленный центр города мог сделать такой выбор. Мне все-таки непонятно. Может ли такое быть, чтобы нормальные люди, видя все вокруг, проголосовали снова «за». Это какой-то мазохизм. Спасибо большое. К сожалению, пока это данные экзитпула, которые проводились на участке, и там нет разделения по районам. И пока мы видим такую общую картину, когда уже будет подсчет голосов за депутатов горсовета и мэра, будет считать избирательная комиссия, которая находится у нас в Одессе, в самую последнюю очередь сейчас с области, с района будет считать, тогда мы поймем, какие предпочтения по районам. Мы пока знаем о том, что самую низкую явку показал Малиновский район. Явка, в принципе, была до 30%. У нас дальше мы по явке будем говорить тоже. Мне хотелось бы спросить по поводу электоральных предпочтений на протяжении вот этих двух месяцев, как они менялись. Потому что я всегда, ну, потому что я доверяю вашим опросам, и мне всегда хотелось с вами советоваться. И я даже в какой-то момент изменила свой выбор уже в день голосования, потому что я понимала о том,
что кто может пройти во второй тур. И мы сразу обсуждали о том, что второй тур будет, да, несмотря на средства массовой информации. Ничего, да. Да. Как менялись электоральные предпочтения, допустим, президентской партии, да, которая сейчас по экзит-пулу Савика Шустера, да, цифра у нас 15,95, почти 16%. Доверяя делам и ОПЗЖ у нас фактически на 1%, там в 0,. ЕС у нас показала 12, почти 13%, и партия Ширия 7%. Ну, да, здесь, скажем так, данные экзит-пулов немножко больше, скажем так, отличаются от данных социологических опросов по одной простой причине, что данные социологических опросов, это они репрезентативны для населения города, а данные экзит-пола репрезентативны для тех, кто пришли на участок. Поэтому получается, что они не совсем совпадают. Потому что, ну, опять же, мы уже говорили, да, те, кто пришли, это не... Да. Не и совсем, те, кто отвечал на вопросы социологов. Да, не совсем те, кто отвечали на вопросы социологов. Что можно сказать? Ну, рейтинг, скажем так, доверяя партии, доверяя делам, он практически был стабилен, он чуть-чуть колебался, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Да, если там какой-то пошел, допустим, вброс негатива, он мог чуть-чуть упасть. Если там пошел, допустим, да, что-то сделали там хорошее, то он мог чуть-чуть подняться. Но, в принципе, он вот колебался плюс-минус вот в районе 25%, чуть больше, чуть меньше. Как бы нет никаких вопросов. Рейтинг ОПЗЖ... был пониже, опять же... Мы сейчас вернемся к рейтингу ОПЗЖ. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Татьяна Павловна. Очень приятно. Я, например, удивляюсь людям, которые проголосовали за Порошенко, еще за кого-то. У нас в городе за 30 лет никто ничего не сделал столько, сколько сделал Труханов. И мне просто стыдно слышать, когда люди говорят, что он изуродовал город. Да это ужас один. Люди что, с головой не дружат? Я удивляюсь. Не знаю, как... Спасибо большое. Некоторые удивляются падающим домам в центре города. У нас их было 6 за весну. Некоторые удивляются, видите... Кстати, Порошенко для Одессы ничего в принципе не сделал. Да, но у нас все вспоминают, все забывают о Труханове, о том, что у нас падают дома в центре города. У нас есть... К рейтингу ОПЗЖ. Он вырос за счет того, что пришел электорат, который стабильно выбирает ОПЗЖ. Да, то есть это тот электорат, для которого близки цели, программа, лозунги. То есть, в принципе, это было ожидаемо. То есть я понимала, что примерно так и будет. То есть когда я утром пришла на избирательный участок проголосовать, я уже примерно... То есть, в принципе, можно было результаты экзит-пола примерно дать на выходе из избирательного участка. Вот. По «Слуге народа». По «Слуге народа». Рейтинг «Слуги народа» падал очень сильно. То есть он в начале лета был порядка 20-25%, но и сейчас вот мы видим 15% по итогу явки. Почти, да. 16%, но да. 16%, да. То есть, ну, не тут, окончательно. Да, то есть не окончательно. То есть мы понимаем, что это по итогам уже окончательного подсчета голосов мы будем видеть и итогу. Да, потому да. что я понимаю, что, возможно, давали... Я не посмотрела, Савик давал это только от тех, кто определился, или это с учетом тех, кто отказались. Вот, потому что, с моей точки зрения, все-таки лучше давать не от тех, кто определил, скажем так, да, ответил, лучше давать от тех, кто определился, именно потому что те, кто вышел из избирательного участка, они все так или иначе проголосовали. Вот. Но у меня вот брали опрос на моем избирательном участке уже после того, как я проголосовала. Естественно, потому что экзит-пол — это смысл в том, что человек сначала отдал свой голос, а потом он говорит, как он проголосовал. Потому что если человека ловить на входе, то, с моей точки зрения, это может быть, скажем так, недобросовестными людьми, это может быть использовано и как предвыборная агитация. Партия ЕС и партия Шария.
Партия ЕС для меня была ожидаема, в принципе. А партия Шария, я была немножечко удивлена. Но, скажем так, да, то есть это экзит-пол, то есть это реально те, кто пришли... Вот я просто, когда меня спрашивали, какие будут результаты выборов, я говорила, ребята, тот, кто подымет свой электорат, и чей электорат дойдет до избирательных участков, тот пройдет в город, в область, в район. То есть вот, ну, у него плюс-минус от общего количества людей было до 5%, 4-5, то есть в зависимости от того, как опрашивали, где опрашивали, где-то, да, где-то он там мелькал, или он там куда-то исчезал, или там какой-то пошел вброс, то есть, ну, это вот он был порядка там 4, то есть, ну, скорее было, что он не пройдет. Но он свой электорат поднял, люди пришли, проголосовали. Вы знаете, кто у нас сегодня возглавляет партию Шария в Одессе? Я так понимаю, что социологи даже не знают. Я просто боюсь наврать. Если вот по партиям, которые мы сейчас перечислили, да, мы понимаем о том, что цифры могут гулять в плюс-минус еще, да. Да? Тут же у нас еще дело в том, что у нас же есть закрытые участки, на которые они достаточно большие. Их, с одной стороны, немного, но они большие, они закрытые. То есть это тюрьмы, колонии, военные части. Я не знаю, вот насчет военных частей, они голосовали или нет на этих выборах. Чубанки голосовали на... Вот, да. Я же говорю, на этих выборах я не знаю, как они... Я не посмотрела закон. Больницы, то есть это закрытые избирательные участки. Что там происходит, никакие социологи померить не могут. Насколько там честно, прозрачно проходят выборы, тоже очень сложно сказать, да, и как там проводилась предвыборная агитация, поэтому они могут сыграть. То есть у нас было несколько выборов, когда именно вот эти избирательные участки они перевешивали. Если вот на эти партии, которые у нас на данный момент, да, с учетом того, что там может быть, а может быть нет, морская партия Кивалова, либо там «За мой будни», у них тоже такое с погрешностью к 5% может выйти. Если эти партии будут представлены в городском совете, ваше мнение не как социолога, а как одесситки, с учетом того, что, допустим, в партии «Доверяй делам» проходят фактически те же депутаты, которые уже были на протяжении 5 лет, и, в принципе, мы видели, как они работают. Что нас ждет? Вы знаете, мне сложно пока сказать, что нас ждет, потому что тут все зависит от того, насколько те люди, которые пройдут, они будут, скажем так, видданными одесситами, да, то есть насколько человек будет... То есть понятно, что уже не будет, скажем так, монобольшинства в горсовете. Как сложится расклад сил, сложно сказать. Одесса просто, как оказалось, очень маленькая деревня. И мне очень сложно сказать, что нас ждет в ближайшие 5 лет. То есть у нас столько разных договоренностей, плюс, опять же, у нас есть такой момент, который называется императивный мандат. Мне все говорили, не обращая на него внимания, он есть, но его никто не применял, но он есть. И здесь вопрос в том, насколько депутаты от любой партии будут выполнять, как я это называю, генеральную линию партии, или они будут отстаивать свои интересы, интересы города. То есть тут просто слишком много моментов, которые завязаны. То есть личные интересы депутата, интересы партии, интересы города. Давайте объясним, что такое императивный мандат. Это если ты уже прошел депутатом горсовета, и ты отходишь от линии партии, либо ты не устраиваешь главу фракции в городском совете или в облсовете, то тебя могут лишить депутатство. Правильно ли я? Да, да, поэтому как оно сложится, мне сложно сказать. Тем более, что, опять же, мы не видим, пока нету окончательного подсчета голосов, ведь эти выборы первые, когда люди, которые, скажем так, всегда проходили, то есть понятно, что если партия прошла в город или в область, прошел первый номер, который в списке. Все остальные могут быть очень сильно удивлены, потому что может оказаться, что там, допустим, 3-й, 5-й, 10-й номер
если за него отдали голос больше людей, чем за тех, кто выше, может оказаться, что первый, ну, первый, понятно, первый проходит, второй, третий, четвертый может не пройти, а пятый, например, или шестой может пройти. То есть здесь сейчас сложно сказать, кто, да, кто у нас реально пройдет, кроме первых номеров. Сейчас бытует такое мнение о том, что как раз вот те, кто пройдет, и многих представительниц женского пола туда включали лишь по гендерной квоте, по законной. На самом деле они не хотели баллотироваться в депутаты. Что сейчас массово женщины начнут отказываться в пользу следующего депутата. Знаете, я вообще считаю, что вот эта гендерная квота, это, с моей точки зрения, это еще один способ показать неравенство и еще один способ, скажем тогда, вот этого насилия. То есть я, ну, с моей точки зрения, это еще один вариант вот, да, вот такого варианта, когда, скажем так, люди, которые, может быть, себя не видят, да, на каком-то посту, и за них могут проголосовать. И, может быть, они не хотели бы идти в депутаты, но они нужны для того, чтобы, да, была соблюдена вот эта гендерная квота. И людей насильно включают в эти списки. Для чего это? То есть может оказаться, ну да, но если есть у нас достойные мужчины, почему они не могут быть депутатами? В чем проблема? То есть давайте мы разберемся с какими-то другими, скажем так, вещами, которые, да, в которых есть неравенство, и потом уже будем заниматься гендерным равенством или неравенством в парламенте, в обл, в горсовете. Ну, давайте, как это, ну это реально смешно просто. Явка по Одессе составила чуть меньше 30%. Это с учетом того, что у нас избирателей тоже чуть меньше 700 тысяч. Это очень маленькое количество людей. По вашему мнению, местные выборы, которые фактически определяют судьбу дальнейшего города на 5 лет, при такой маленькой поддержке жителей Одессы, неужели большинство, фактически только треть была на выборах, а большинству неинтересна судьба города? Вы знаете, я думаю, что, ну, это наш одесский пофигизм. У нас очень многие вещи, которые у нас происходят, это результат нашего пофигизма. То есть, вот правильно я понимаю, у нас была такая ситуация, я очень активно слежу за страницей этой женщины, это жительница Киевского района, которая к нам когда-то обратилась за помощью, что у них собираются застраивать парк Луч, и вот пока не коснулась лично их, и они не пошли, не выступили. Да. Пока не касается лично его... Да, пока человек... не касается, да, пока не касается, да, то есть, когда врачам там не выплачивают, допустим, положенные 300% вот этих там ковидных. Я не врач, это меня не касается, да, пока не касается, допустим, да, меня, как там, я не знаю, как социолога, пока не касается меня там, как еще кого-то, и это позиция большинства людей. Пока это лично меня не коснулось, и то очень многие, просто у меня, моя коллега, она пыталась что-то изменить, даже на уровне ОСМД. Она пыталась организовать людей для того, чтобы они создали ОСМД, чтобы платить меньше за коммунальные услуги. То есть это уже то, что касается людей лично. То есть уже ближе я уже не знаю, что может быть. Да? То есть уже я здесь живу. Да? И когда из, грубо говоря, там 200 или 300 людей, которые состоят в чате, пришло 8 человек навстречу. Ну что это? То есть вот это уже куда ближе. То есть это то, что я плачу из своего кармана, грубо говоря. И все равно люди не приходят. То есть это реально наш пофигизм. Это наш пофигизм, это отношение, что все равно все решат за нас. Хотя на самом деле, действительно, вот я пока сидела, ждала эфир, я слышала, что коллеги говорили о том, что сегодня практически не вбрасывают. То есть, ну, если вбрасывают, то это очень мало бюллетеней, они не могут решить исход, ну, таких голосований на таких разрывах процентов. То есть действительно, теоретически, может быть, мог бы быть немножко другой расклад между вторым и третьим местом, но реально я понимаю, что да, но нет. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Мы говорим с вами о том, что люди не пришли на выборы. Я после инсульта из дому не выхожу. Взять эту злополучную справку,
в поликлинике невозможно. У нас семейный врач заболел коронавирусом. И когда я обратилась, несколько раз мы ходили о том, что мне нужно остаться, мне сказали, что у нее на ее ключе все закрыто, и такую справку они выдать не могут. Я очень хотела проголосовать, но у меня и предыдущие выборы не получились. И эти выборы не. Хотя я очень активный человек. Мы вам желаем здоровья и выздоравливайте обязательно. И дай Бог вам, чтобы у вас получилось еще через 5 лет. Но если что, звоните нам заранее, мы поможем вам проголосовать. Безусловно, организация у нас выборов и приезда, да, скажем так, членов комиссии на участке была слабенькая, это отмечают многие. Да, к сожалению... Я считаю, что у нас здесь была проблема, что у нас есть центральная власть, которая принимает решение о том, как будет все проходить на местах. И люди зачастую не понимают, те, которые принимают решение, они не понимают, как это технически будет происходить на месте. Да, как технически там пенсионеру или, допустим, там матери, которая воспитывает ребенка, да, то есть человеку, который, скажем так, будем в широком смысле говорить, с ограниченной мобильностью. Да, то есть человек не может по своему желанию в любое время суток выйти из дому сам со свободными руками и сделать там то, что ему нужно. Вот что делать этим людям? То есть это у нас достаточно широкий, скажем так, широкий спектр этих людей, и часть из них действительно активны. Но, к сожалению, вот и об этих людях никто не подумал. Да, то есть те же люди с, да, с ограниченными возможностями, они в принципе у нас лишены, то есть они не могут у нас зачастую из дома выйти. Да, вот на моем избирательном участке ступеньки, и люди, которые находятся в инвалидной коляске, они просто не поднимутся, это только должны выходить члены комиссии. То есть к ним, да, то есть к ним должны прийти с этой урной домой. Опять у нас возникает вопрос, с учетом нашей эпидемической обстановки, как прийти людям, когда мы понимаем, что те, кто остаются дома, это либо те, кто заболели, да, и, скажем так, да, мы подвергаем риску членов избирательной комиссии, то есть тех, кто придет и попросит голос. И, с другой стороны, да, мы уже знаем, что нет, да, бывают люди, когда они являются переносчиками коронавируса, но они об этом сами еще не знают. Да? То есть где у нас вот эта грань, как нам соблюсти и защитить всех? То есть у нас очень много вот этих вопросов. Я понимаю, что, ну, к сожалению, никто до конца не продумал. То есть нужно было, в принципе, эту кампанию избирательную готовить немножко раньше. То есть у нас куча решений принимались слишком поздно. Да, когда мы тут на местах, может быть, люди придумали бы, как это сделать по-человечески, а не как обычно, и сказали бы, да, власти наверху, сказали бы, ребята, мы предлагаем сделать так, так и так. Но нет, уже сверху спущено какое-то распоряжение, его пытаются тут на месте как-то приспособить. У нас одна из версий звучала буквально в предыдущем эфире моей коллеги Ольги Гвоздецкой о том, что онлайн-голосование могло бы решить часть проблем. Вот я сейчас думаю, что, может быть, даже молодежь, может быть, активнее голосовала в онлайне, как делают в многих странах Европы. Вот насколько, по вашему мнению, она бы смогла решить проблемы? Ну, онлайн-голосование могло бы быть, если бы у нас хорошо было налажено именно электронный учет идентификации и однозначной идентификации людей. Потому что, ну, на сегодняшний день, да, уже столько скандалов, что продавались базы данных с персональными данными. Да, то есть у нас, в принципе, можно любой телефон любого человека, паспортные данные практически любого человека, если очень постараться, их можно добыть. То есть на сегодняшний день просто наши, скажем так, вот эти все системы электронного учета людей настолько имеют низкое доверие, что мы не готовы пока к этому.
То есть мы сначала должны разработать, скажем, систему вот этого персонального учета людей. Программное обеспечение, да? И, да, и программное обеспечение, защиты данных. То есть это целый комплекс, это нельзя... Потому что у нас бы и результаты выборов, я так понимаю, были конечно, бы да. быстрее, если бы часть людей бы приходила по привычке, там, пожилые, у которых нету компьютера, голосовать, быстрый бы отчет был ну, бы. Ну, в принципе, я могу сказать, что по другой своей работе, я знаю, что у многих сегодня пожилых людей, именно за счет того, что они достаточно долго находились вот в этой социальной изоляции, у них так или иначе есть какие-то электронные пристрои, как я их называю. То есть так или иначе, если эту бабушку научить им пользоваться, в принципе, они нормальные все люди. То есть если человек дееспособный, его можно научить пользоваться планшетом, телефоном. То есть даже бабушки могли бы, не выходя из дома, проголосовать. Тут нет никаких проблем в этом. Проблема в том, что у нас нету ни программного обеспечения, ни защиты для этого программного обеспечения. И, опять же, доверие к тем людям, которые владеют этим программным обеспечением, да, если оно такое будет. Да, то есть там та же программа ДИЯ. Уже столько скандалов было вокруг нее, что, ну, поэтому... И, наверное, вернемся все-таки вот у меня, ну, ближе к завершению нашей программы. Я сегодня подумала о том, что вот те депутаты, которые работали на протяжении 5 лет, вот, скажем, уже так, предыдущего созыва, несмотря на то, что они еще действующие, которые относились к тем или иным политическим партиям, они хоть когда-нибудь обращались к социологам, в частности, к вам, для того, чтобы изучить карту проблем одесситов, для того, чтобы они понимали, как работать со своим электоратом, какие проблемы в первую очередь одесситов нужно было решать на протяжении вот тех уже предыдущих. Было, да, была часть депутатов, которые обращались, это единицы, я сразу скажу, это единицы, но были часть депутатов, которые действительно обращались и которые реально работали. То есть это видно, ну, понятно, что они, в частности, и публикуют какие-то отчеты на Фейсбуке, то есть они прозрачно это все делают, которые решали проблемы своих округов и, скажем так, территории близлежащие, причем они, в принципе, это не то, что это, вот у них, да, там, они за 2 месяца начали, нет, я за ними наблюдаю, в принципе, в течение 5 лет, и действительно люди работают. Какие проблемы вообще одесситов больше всего интересуют? Ну, одесситов волнуют всегда проблемы благоустроенности территорий. И это реально, это то, что могут сделать депутаты местных советов. То есть они могут привести в порядок вот тот округ, на котором они работают. Они реально могут привести его в порядок. Там, где будет ну, вот, чисто, благоустроено. Понятно, что деньги бюджета ограничены, и все понятно. Но есть вещи, которые, да, то есть там заасфальтировать территорию, привести в порядок дороги, да, там посадить деревья, поменять какие-то коммуникации, да, или, по крайней мере, скоординировать действия служб разных, да, чтобы они этим занялись, или там их терроризировать. Потому что понятно, что пока, да, пока там кто-то не надает определенным у нас коммунальным службам по ушам, у нас ничего не делается. Поэтому, ну, вот... Если, ну, вот брать на уровне даже вашего дома, к примеру, да, либо там родители, какие в первую очередь, на что должны будущие депутаты обратить внимание и какие проблемы действительно? Ну, я живу в центре, и центр — это действительно старый жилой фонд. Если честно... Но там страшно иногда ходить. Я тоже живу, да, в центре. Да, там страшно иногда ходить. И когда ты проходишь, и сзади тебя падает какой-то участок балкона. Да, но зачастую это, скажем так, да, это частная собственность, и не всегда кто-то может туда в ремонт этого каким-то образом вклиниться. То есть бывают ситуации, когда, ну, люди говорят, нет, это мое, и вы это не трогайте. То есть бывают и такие ситуации. Но, в принципе, я не профессионал в, скажем, да, в жилищно-коммунальном хозяйстве, но я считаю, что действительно благоустройство города, вычухать, у нас куча районов, я понимаю, что есть какие-то вещи, с которыми мы ничего не можем сделать. Да, то есть если это чья-то частная собственность, и будет стоять дом в центре города, и он будет разваленный, но это мое, и я говорю, не, ребята, пока это мое, и пока вы это у меня не отнимете, ну, да, оно будет мое, и у меня это никак не отнимут.
То есть, ну, либо мы все-таки в правовом поле действуем, либо, ну, да, то есть нам нужно все-таки как-то себя разграничивать, где мы, в чем мы находимся. И, ну, у нас реально жилищно-коммунальное хозяйство — это проблема. У нас проблема дорог и, ну, опять тоже... Тротуаров. Где можно сломать ноги. Да, у нас проблема, опять же, загруженности города. Но у нас загруженность города, у нас уже настроено столько всего, что, в принципе, я же говорю, что я не знаю, это действительно нужно привлекать, с моей точки зрения, тех же математиков, которые могут построить, допустим, модель и посмотреть, как, в принципе, можно разгрузить город. Что можно сделать? Посчитать различные варианты. То есть мы реально находимся в ситуации, да, когда у нас, в принципе, большинство партий предлагало простые решения. Вы выберете нас, и завтра все станет хорошо. У нас простых решений быть не может. То есть сегодня, скажем так, если на протяжении 30 лет город, страну все доводили до той ситуации, до того состояния, в котором мы находимся сегодня, то простых решений нет. Опять же, с учетом того, что большинство стоит на позициях, пока это лично меня, да пока лично мне на голову не упадет кусок штукатурки, она меня не волнует. То есть пока большинство у нас стоит на такой позиции, мы ничего не изменим. То есть все будет так же, как и было, когда работают у нас единицы. Я понимаю, что... Да, я знаю, скажем так, я назвала тех двух людей, которые работали со мной. Я понимаю, что они не одни. Были люди, которые тоже работали. Вот, просто, ну... Комитет избирателей Украины в Одесской области как раз большую часть депутатов, представители которого вы назвали, сказал о том, что это двоечники и троечники. Но это люди, которые я видела, что они реально что-то делают. То есть вопрос в том, насколько они справились, да, и как, то есть из того, что они заявили, например. То, что вот происходило в предвыборной кампании, засыпание наших округов медикаментами, перчатками строительными, не знаю, правда, скорее всего, чтобы люди самостоятельно листву убирали осенью. Насколько вот это... Раньше мы называли это гречкой. Да, в этом году у нас за городские, за наши, в принципе, с вами деньги приносили нам мускарбиновую кислоту, антисептики, маски. Насколько должно быть ужесточено наказание в подкупе избирателей? Потому что сейчас по законам все, что выше 57 гривен, все является подкупом избирателей. Ну, я думаю, что до тех пор, пока, скажем так, не поймут сами политтехнологи, в первую очередь политтехнологи, что это не работает. То есть это не работает. Нужно уже вот это признать. Вот эти все гречки не работают. Потому что люди уже, они уже знают. То есть они от всех берут гречку, и потом идут и голосуют так, как они голосуют. Они могут брать деньги, гречку, медикаменты, все что угодно, а потом проголосуют так, как... вот. Поэтому, то есть до тех пор, пока у нас наши политтехнологи не поймут, что нужно остановиться и прекратить это делать, это бесполезно. Мы можем ужесточать как угодно наказание, но... Мы будем подводить итоги нашего опроса. И на начало программы у нас было 75% были недовольны предварительными результатами выборов. На данный момент, как говорят наши социологи, 72%, буквально 3%, да, 28% довольны результатами выборов. В принципе, мы видели это по звонкам наших телезрителей, и люди жаловались на очереди о том, что разворачивались. Да. У нас люди привыкли уже к комфорту и не хотят стоять в очереди. И, соответственно, мы потеряли много избирателей, голосов, и потом будем страдать оставшиеся 5 лет. Ну, скажем так, я считаю, что это ответственность каждого. Я вне зависимости от того, какая у меня ситуация жизненная, личная, рабочая, я так или иначе, я приду на выборы. То есть вот я вчера была на избирательном участке в 8 утра. Вот он открылся, я была в 8:05. Потому что дальше у меня была...
запланирована работа. Вне зависимости от того, то есть я нахожу время, когда я иду на избирательный участок. Потому что я считаю, что как бы там ни было, вне зависимости от того, вбросят, не вбросят. Я считаю, что мой бюллетень – это мое право. И ну, либо я делегирую, то есть либо я решаю сама, как я буду жить следующие 5 лет, либо тогда я не имею права говорить, какая у нас нехорошая власть, которую выбрали. Потому что не я ее выбрала. Поэтому вот те 70% с копейками, которые не пришли, вот мне просто интересно посмотреть, как распределились между собой вот эти 72%, которые недовольны, сколько из них пришло на избирательные участки и сколько не пришло. Потому что я знаю, да, многие поворачивались, уходили. Но если настоять, то есть я сама отстояла очередь. То есть реально на моем участке в 8 утра была очередь. Я спасибо, не поленилась, что... да, я достояла. Спасибо, что были гостем нашего эфира. И уже в следующем эфире и в следующем часе моя коллега Наталья Костенко будет вас знакомить с предварительными результатами голосования. Я с вами прощаюсь на сегодня. Всего доброго и до встречи.